Мирно молясь в тишине, она еще не знает. Вскоре загорится светлым чувством к новому муле. В театре обещают, спектакль по пьесе Туфана Минулина будет откровенным мыслями. Понятие религии и понятие веры, мне кажется, это совершенно разные вещи. Это абсолютно разные вещи. И вот здесь надо разобраться. Все-таки что же на первом месте стоит? За веру и религию его мула должен быть борцом, считает Эмиль Талипов. Настолько все это безнадежно, кажется, конечно. С одной стороны, что бы мы говорили вот сейчас на главном сцене, руки отпускаются и разочарования какие-то у человека. Хочется видеть борцом. В планах камаловцев в новом сезоне 4 премьеры. Радик Бариев пригласит маленьких зрителей на игру с монстриком. Это сказка с таковыми приемами и элементами магии. А Люция Хамитова готовится сыграть в пьесе современного автора из Норвегии. Пьеса сама очень необычная, загадочная, очень холодная. Мой образ состоит практически из монологов. Я с партнерами, можно сказать, не общаюсь. Наблюдать эту пьесу на российской сцене зрители будут впервые, как и одежду из секонд-хенда на артистах театра Камала. Они поясняют, просто действие происходит в 21 веке. А исполнительница главной роли в спектакле «Визитки» театра скоро станет мамой. Примерить голубую шаль хотела Альбина Шагимуратова, но не смогла из-за частой гастролей. На открытии сезона будет блистать Айгуль Хари, выпускница Казанской консерватории. Открытие сезона для поклонников Камаловского обещает стать настоящим праздником. Еще и потому, что 27 сентября на площади перед театром расстелят красную ковровую дорожку для корифеев и молодых артистов. А зрители в этот вечер ждут фрагменты из самых хитовых спектаклей этого храма Мельпомены. Также актеры обещали спеть, прочесть стихи и рассказать закулисные байки. Маргарита Петрова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.